Взрослые тоже могут окунуться в детство, решил творческий коллектив телеканала ТВК и предложил всем желающим отправиться на поиски «Зеленой пятки». Игра, в которую с удовольствием играли в советских летних детских лагерях, решили возродить на зоне дикого отдыха «Холодильник». Правила просты – найти на территории человека с пяткой, на которой нарисована зеленая снежинка. Участие нашей игры – будьте хитрыми и коварными, но главное – уважайте и не будьте наглыми. Перевоплотиться в Шерлока Холмса мог как взрослый, так и ребенок. К слову, на кону приятный выигрыш. Вычислив и разув обладателя зеленого клейма, победитель забирает 10 тысяч тенге. Вот видишь, ребенок, скажите, пожалуйста, у вас пятка зеленая? Может быть, у меня, а может быть, не у меня. Поиск пятки с азартом подхватили все отдыхающие. Как признаются сами участники, многие не знали о существовании подобной игры. А некоторых и вовсе постигла приятная ностальгия. Зона отдыха «Холодильник» совместно с телеканалом ТВК готовит серию игр для веселого времяпрепровождения с приятными подарками. Дженгенпас! Дженгенпас! Мне Дженгенпас! Зеленая пятка! Что за лик? На территории, где проводится игра, работают два ведущих и аниматор, которые с удовольствием подскажут правила участия, а иногда и сами попадают в зону подозрения. Кому пятку? Пожалуйста. Ой, я не знаю, назовите мне пять причин, по которой я должна... Вали, пацаны! У нее пятка! Я живу по штуке! О съемках нового проекта «Реальные игры» и о том, какой квест вас ждет в следующие выходные, вы можете узнать из нашего эфира. Смотрите «Реальные игры» на телеканале ТВК. Алиса Дуваева, Талгат Кыргызалиев, Мурат Адинаев, Айдар Мирзадавлетов, Талгат Примкулов, ТВК.